Так, значит, добрый день. Первое, о чем хочу рассказать, это про проект один, который я начал еще в прошлом году. Я его делал для новичков, то есть, опять же, я не претендую на роль какого-то суперкипера, который знает, как содержать абсолютно всех муравьев, но при этом я знаю четкую базу, и базы, в принципе, достаточно, чтобы содержать большинство видов муравьев. Я провел опросы в Телеграм-канале и в Ютубе, и понял то, что все-таки, как бы то ни было, большая часть моих зрителей — это новички в области киперства. А значит, им неплохо было бы узнать какие-то гайды, какую-то информацию про то, как содержать муравьев правильно, чтобы не было вот этих ошибок, как всегда, когда ты там накормил матку нигеров семенами, и она сдохла, короче, потому что она не питается семенами. То есть, да, на нашем уровне эти моменты кажутся смешными какими-то, новичкам не очевидно. И поэтому я решил создать проект, который поможет новичкам вникнуть в эту информацию более подробно, потому что, да, информации на Ютубе много. Это уже не 7 лет назад, когда я начинал содержать муравьев. Уже, конечно, прошло достаточно много времени, и много контента было отснято, и качественного контента в том числе. Я что-то там снимал, какой-то вклад внес, да, небольшой. Информация есть, но эта информация не структурирована. То есть все новички, которые приходят в киперство, они смотрят, типа, есть в форме какой-нибудь санпланеты, там, они типа такие, опа, а что с этим делать? Ну да, есть там гайд, там, заселить матку, что-то там, насыпать ей семян. Ну а дальше что делать? Дальше хочется развиваться в этом направлении, прокачиваться, новых муравьев заводить. А что делать дальше, непонятно. Информация, она есть, но она не структурирована. И мало кто действительно занимается на Ютубе структурированием информации по содержанию. То есть важно понимать, что как бы то ни было, если график чертить, то большинство людей, они находятся на низком уровне изучения хобби. То есть тех, кто начал изучать муравьев с самого начала, когда это еще мейнстримом не стало, вот мне мемы присылали тоже, то что типа в 2020 году, когда Антпланета захайпила, так или иначе, все узнали о содержании муравьев. То есть если ты сейчас спросишь человека о том, что вот как бы есть муравьи и люди их содержат, много кто скажет, что да, я когда-то слышал об этом, или да, я знаю, что такое формикарий, что такое муравьиная ферма. Вот новичок приходит в хобби, узнает там про то, что можно содержать муравьев, но вот каким образом делать это? С чего начать? Мало кто занимается таким контентом. Хотя новичков большинство, а челиков, которые уже шарят, как содержать андономахусов каких-нибудь, или диакам, или там винаторов, каких-нибудь сальтаторов, их меньшинство относительно общей массы. Первое, что я сделал в направлении структурирования информации о содержании муравьев, чтобы новичкам было полезно это узнать, это создал ТГ-канал, где начал публиковать различные статьи. Сейчас уже там, конечно, мемасы. Далее я сразу же загрузил туда мои бесплатные гайды, ряд видео. Этих видео нет на Ютубе. Он приходит и с помощью определенного телеграм-бота проходит по шагам, смотрит эти видео. И общая продолжительность их составила 34 минуты. То есть за полчаса человек постепенно погружался в область мирмикиперства, понимал, как устроен муравейник, кто такие муравьи. Потому что, опять же, есть люди, которые вообще не знают ничего про муравьев. И им вообще самые-самые азы интересно и полезно было бы узнать, чтобы погрузиться вообще, надо им это, не нужно. Или как вообще двигаться в этом направлении. Первое, что я сделал, это дропнул вот эти видео в телеграм-бота. Почему телеграм-бота? Да потому что так удобнее проходить. В Ютубе там ты постепенно смотришь какие-то видосы, в разном порядке смотришь, а тут все структурировано, все понятно. Плюс там еще между видосами выскакивают посты. Мне удобно использовать Мира, кто-то использует Google Presentation, да, там, кто-то использует PowerPoint, помянем. В общем, что я хочу первое показать. Вот, первое. Как выглядит менюшка в моем ТГ-канале, то есть челик приходит, и тут все удобно, то есть можно нажать на тренинг, и вот так он выглядел. Вот. Все эти видео, они все-таки загружены на YouTube, просто там через ссылку их можно посмотреть. Первое видео — это введение в мир мирмикиперство, вообще что это такое, потом как организована муравьиная семья. Я это все картинками дополнял, тоже микрофончик вот этот хороший, то есть звук в принципе нормальный, изображение так себе.
но я уже подумал, как это можно сделать лучше. Потом основные виды муравьевки существуют, которые новичку нужно знать. Основы содержания муравьев. И с чего начать, в общем-то, развиваться в мирмикиперстве. На первый этап этого хватает. Эти видосы, кстати, можно посмотреть по ссылке. Я где-то в ТГшке выкладывал. То есть сейчас из-за того, что бот не работает, если того, что вы зайдете на бота, кликните, работать, скорее всего, не будет. Но можно найти ссылку, где все эти видосы сейчас можно посмотреть. Значит, что я думаю сделать? Понятное дело, то, что всех этих видосов недостаточно, чтобы новичок погрузился в киперство полностью. Потому что здесь нету гайдов, каким образом содержать муравьев, чем их кормить, какие формикарии нужны. А это все множество информации, которые просто человеку, который только пришел в хобби, приходится находить на ютубе. Это занимает, ну, часы реально. Что делать? Первое. Нужно понять, есть ли запрос. Я делал опросы в ТГшке, я делал опросы в ютубе, и, в принципе, многие челики писали, что им интересно было бы узнать полную структурированную инфу. Я подумал, так, окей, если запрос есть... Если я в теории могу это сделать, почему бы это не сделать? И я тут набросал небольшой список из тем, которые были бы важны для любого челика, кто погружается в это хобби. То есть, опять же, как выбрать вид для муравьев содержания, да? Что такое лед муравьев? Короче, он бежит, его берешь. Как вот это правильно делать? Потом, кто такие муравьи социальные паразиты? Как содержать муравьев социальных паразитов? Потому что это отдельный подкласс. Многие об этом вообще не говорят. Питание муравьев, чем их кормить и какие виды, соответственно, чем что едят. Кормовая культура, зимовка муравьев, инкубаторы, виды формикариев, все, что касается формикариев, да, вот эти три темы. Как заселять уже большую колонию и как развитую колонию, соответственно, содержать. Вот такой список я накидал, и в принципе, это основная инфа, которая важна будет, ну, абсолютно каждому челику, кто погружается в хобби. Если есть что-то еще, вы, конечно, можете указать это, но понятное дело, то, что в каждом из этих видосов будут еще подпункты. Ну, в общем, в плане их будет 10-11 штук. Это первая тема, про которую я хотел рассказать, то есть то, что я планирую сделать серию видео, которые будут дополнять вот эти видосы, которые я загрузил еще год назад. Скорее всего, они будут не в формате говорящей головы вот такой вот, а скорее всего в формате, как я сейчас делаю. То есть будет мелкая башка, а может ее вообще не будет, посмотрим. И я буду показывать это либо в Гугле презентациях, либо в Мира. То есть мне удобнее вообще здесь работать, потому что вот я уже составил тут некоторые моменты, не буду особо спойлерить. То есть как выбрать вид муравьев для содержания. Про лед муравьев все расписал, чтобы мне удобнее было это говорить. И визуальная информация тоже была более удобная, чем, допустим, в тех же вот этих вот видосах. Где это публикуется, я пока думаю. Возможно, это будет в ТГшке. Потому что сейчас в ТГшке достаточно удобно все опубликовывать. Там тоже можно это нормально структурировать, чтобы было удобно смотреть. Я, скорее всего, создам еще опросы. Нужно ли это? Понятно, что вряд ли я это буду делать просто так. Скорее всего, это будет взамен на какую-то небольшую копеечку кофе, потому что тут у меня кофе закончился, да? И нужно возобновлять эту тему. Понятно, что там все темщики там делают нормальные запуски, а я пока что делаю запуски на муравьях. Но опять же, все будет зависеть от челиков, кому это нужно. Если это нужно трем людям... Ну, конечно, я буду думать, нужно это делать или нет ради трех человек. Но если наберется какая-то масса аудитории, которая действительно было бы узнать интересно про это, а насколько я знаю, новичков у меня на канале достаточно много, то я, в принципе, этим займусь, потому что наработки уже какие-то есть, и, в принципе, это, скорее всего, будет делаться не очень долго. Хотя я планирую запариться, чтобы это достаточно качественно получилось. Тем более, что я в ТГ-канал свой, я не публикую практически ничего, кроме мемасов. Ну, типа, там реально, а вот айсберг, если вы там заметили, да, еще что-то, какие-то видосы непонятные. Но челики все равно подписываются. А теперь прикиньте, если бы я, первое, вел YouTube-канал адекватно, второе, публиковал адекватные в ТГ-посты, да, то прикиньте, сколько бы там было челиков. Это наш второй канал, где мы публикуем с дорогим Вайсейнусом, мы публикуем здесь замечательные видео, музыкальные. Я вчера пересматривал и ловил кринж жесткий с того, как мы раньше делали клипы.
том-то и прикол, то что если ты не смотришь старый контент и не ловишь с этого кринж, ты явно делаешь что-то не так, потому что ты не развиваешься. Второе, о чем я хотел бы рассказать, это про то, что я планирую собрать вот эти вот все коверочки и закинуть их на стриминговые платформы типа Спотика, Яндекса. Господи, кто пользуется Яндексом? Алиса у нас появилась. Я решил Алисе сказать, включи группу Элювит. Она говорит, нет такой в нашей стране. Я говорю, включи группу Гернсхаген, нет такой. Включи трек Бихилит, который недавно вышел. Она включает говно какое-то. Я не понимаю, как им можно пользоваться, да, потому что Алиса-то и к Яндексу привязана. Ну, на Спотик точно зальем, поэтому нормально. Главное еще сделать так, чтобы это на Ютубе все было. Потому что у нас нету карточки исполнителя на Ютубе. Я вообще не могу понять, как. Вот я гуглю Эльфингрод Топик, а мне не выдает Эльфингрод Топик. Хотя Fresh Tunes, с помощью которого я выкладывал, он обещал то, что будет карточка исполнителя на Ютубе. Ну и третья тема. Это, конечно же, наш новый проект. Эта тема мне достаточно интересна стала в последнее время. Мы создали с челиками вот такой замечательный сайт. Вот таким образом он выглядит. Вот тут греческий философ такой. Шаблонов тут никаких нету, то есть это все нарисовано с нуля. Мне особенно нравятся кнопочки здесь. Кнопочки это просто заглядение, особенно вот это вот. Опа, опа, опа. Жалко, на телефоне так не работает. Понятное дело то, что, возможно, это еще не финальная версия. Я постоянно редактирую здесь некоторые моменты. Тут вот такие вот красивые анимации текста, вот там анимации колоночек. Такие белые экраны, которые чередуются с черными. По-моему, тоже неплохо выглядит. Также я привязал сюда наш новый YouTube аккаунт. То есть вы можете вот, опа-опа, вот такой анимации красивые нажать сюда. И посмотреть какие-то видосы про то, чем мы занимаемся. Что нужно делать, когда вы попадаете на этот сайт? Первое. Вы изучаете информацию. Как мы работаем, что мы делаем. Вы можете перейти также на тарифы доп. Услуг. Опять же, некоторые слайды повторяются. Но подробнее описывается, каким образом ведется YouTube, Instagram и делается дизайн. Ну, либо же вы можете на главном экране изучить информацию, нажать на какую-нибудь кнопочку. Чик. Тут вас встречает вот такая вот форма. И единственное, что вам нужно делать, это ввести сюда корректный, адекватный номер телефона.